и заговори с этим мужчиной. Зачем? И как ты поверишь в себя, если даже не можешь заговорить с незнакомцем? Стоп, начну сначала. Как и у многих из нас, с каждым годом моя вера в себя таяла вместе с моей красотой. И последнее. В конце месяца будет конкурс красоты. Кто хочет выступить от нашего отделения? Я пыталась решить свою проблему с помощью шопинга. Это сейчас очень модно. Но это еще больше вгоняло меня в тоску. Это моя жизнь, и ее конец приближается с каждой минутой. Я мечтала о другой жизни. Так мы познакомились с бабулей. Сигма. Модельное агентство. Я занимаюсь в модельном агентстве. Молодой человек, вы так сверлите меня взглядом, как будто хотите пригласить меня на кофе. Это место, эти занятия освобождали нас из оков стеснения и неуверенности в себе. Каждый из вас бренд. Бренд имени себя. После вступления в клуб «Сигма» все мы увидели жизнь в ином свете. Девочки, сегодня мы займемся ментальными и телесными зажимами. Научимся принимать и проявлять свою индивидуальность. Ты что ли? Мы сделаем из вашего Инстаграм произведение искусства. Никогда не думала, что смогу так стильно выглядеть и хорошо получаться на фото. Главный тренд сегодня – это индивидуальность, быть собой, быть естественной. Вот что по-настоящему модно. Быть востребованной во всех сферах жизни, притягивая взгляды окружающих. Я никогда не могла бы подумать, что это может быть так легко. Девушка, а можно мне такой же? А, богиня. Да, шарман. Да, это великолепно. И, конечно, я даже не мечтала о начале своей модельной карьеры. Искали способ изменить свою жизнь, вы его нашли.